Ось, Нотр Бато, Нотр Бато. Агош, Агош, Нотр Бато. Грациоза. La voiture, regarde. Ah oh. Il va à Conflans. Орвар, мерси. Это называется лево поворотом. Покатались, а он стоит офигенный. Короче, 4 евро стоит проезд. Но мы заплатили 2 евро, потому что у Даниэля и у Пуниты была карта Fidelity. Короче, это надо подписаться, скачать приложение, и тогда, ну, приложение Confluence, и тогда тебе будет скидка. Ты платишь не 4 евро, а 2 евро. Вот еще какая-то яхта. А вон там вот наша резиденция уже, где мы занимаемся, где мы учимся. Так, классно, покатались. Он, правда, так медленно плывет. Супер. Идем обедать сейчас. Всем пока. Видео! Это видео! Ки? А, это платформа, это уже терминé. Это уикенд пас. Ой! Это уикенд пасé. Вот немножечко вам Confluence со стороны вот этого здания, вот этот канал, где мы вышли, вон там вот, да, а этот канал, он заворачивает вот сюда. И здесь тоже парковка, парковка разных яхт маленьких, мостик из коммерческого вот этого центра, сюда вот к кафешкам тоже, и там есть кафешки. И тут тоже кафешки и резиденции. Здесь люди живут с видом на эту реку. Есть скверик небольшой тоже. Цветочки. А, ветер по-интересному тут дует. Бывает, что вообще вот на той стороне вообще ветер не дует. А здесь ужасно бывает дует. Когда были у нас ураганы весенние, апрельские, майские.
Я вон там гуляла, было тихо все. Там вот у реки, что интересно. А тут везде просто с ног сшибало просто. И в моем районе тоже. По-разному совершенно. Роза ветров работает. Это берег, набережная называется Рамбо. И Антуан Рибу. Рибу. Вот. И мост километров 1,7 километр до моста, что ли, до того вот последнего конфлюенса. Вот такие дела. На этом я заканчиваю про мои похождения. Рассказ. Иду на занятия. На занятия идем мы. Вот этот щеночек, например, идет на прогулку. Он уже гулял, ему попить водичку хозяйка налила. Мисочку взяла с собой, сумочку. А вода тут везде для местных жителей. Ну, краны там стоят, и можно наливать водичку, пить. Прикольно. Ладно. Всем пока.